Сумму вы озвучили достаточно серьезную на ямочный ремонт. Каким образом будет определен подрядчик, с помощью каких аукционных конкурсных процедур и кто будет заказчиком? Заказчиком будет управление дорожного хозяйства благоустройства. Аукционные процедуры мы по срокам уже не успеваем провести, потому что, как по регламенту, это 20-30 рабочих дней. А почему вы их не объявили раньше? Потому что планировал, что комбинат благоустройства будет выполнять эти работы. Ну, это в частности ваши внутренние. Вы, то есть, прямым договором сейчас 7 миллионов рублей хотите провести? Законодательство нам это не запрещает вообще. И экономию существенную могли бы добиться с этой суммы, если бы участвовало несколько подрядчиков? Могли бы. Почему мы сейчас не увидим, и жители не увидят свои налоги в этой экономии, на которой можно было сделать больше объема? Почему? Больше объема от чего? От ямочного ремонта? Или ремонт? Почему? Да? Люди перетошку бы сделали, упали бы в цене, подрядчики. Остались бы деньги. Нет, вообще у нас полномочия по содержанию автомобильных дорог, в том числе и по выполнению работ по ямочному ремонту, у нас как бы переданы комбинату благоустройства. Раньше были Балавтодоры, сейчас они объединились, комбинат благоустройства. Но просто в силу того, что у них сейчас слияние было в конце января, и не успели они утвердить финансово-хозяйственный план свой, хозяйственной деятельности. А это все читалось и было понятно. Мне хочется узнать, каким образом вы сказали, вот этот будет делать, а не вот этот. Как вы определили, бросили кость? Мы не бросали кость. У нас в прошлом году выполняла работы Дорстройтранс и ПИК. Они в прошлом году выигрывали аукционы. Аукционы. И они нормально справились со своей работой в прошлом году. В сроки они уложились свои.